апельсиновый сок, источник витамина С, аскорбиновой кислоты, калия, фолиевой кислоты, витамин В9. Апельсиновый сок также содержит флавоноиды, которые благотворно влияют на здоровье человека. Бывает с мякотью. Апельсиновый сок является эффективным противораковым, мочегонным, кроветворным средством. Ему свойственно также сокогонное, гипотензивное, антисклеротическое и кровоостанавливающее действие. Хорошие соотношения витаминов С и П способствуют укреплению сосудистой стенки и снижению ее проницаемости. Апельсиновый сок улучшает аппетит, оказывает желчегонное легкое слабительное действие. В чистом виде применяется в комплексном лечении злокачественных опухолей, анемии, гипертонической болезни, атеросклерозе, ожирении, простуде, инфекционных и острых респираторных заболеваниях, гастритах с пониженной кислотностью, отеках, запорах, метеоризме, повышенной кровоточивости десен и других видах кровоточений, заболеваниях кожи. При употреблении сока необходимо учитывать, что апельсиновый сок на голодный желудок может обострить проблемы с желудком или кишечником, а также вызвать расстройство желудка. Кроме того, высокая кислотность этого сока оказывает вредное воздействие на зубную эмаль. Рекомендуется использовать соломинку, чтобы избежать контакта сока с эмалью.